течение последних полутора недель в различных англоязычных источниках фанаты обсуждают очередную утечку, касающуюся нового большого дополнения к Destiny 2. Сентябрьское обновление будет называться The Taken Queen, продолжая идею The Taken King из первой части, некая пара. Главный антагонист – королева Рифа, попавшая под влияние Орикса и ставшая обращенной. Как мы помним, она стала одной из первых жертв в битве против вторжения короля Орикса. Но, к сожалению или к счастью, это фейк. Почему я в этом так уверен? Да потому что этот фейк создан командой Triple Vibe. Попутно постер опубликован был и у нас в группе, где многие из вас начали обсуждение возможности релиза такого аддона. Я, конечно, ни на что не намекаю, но походу эти триплы что-то знали. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и да, помнишь это видео? Я рассказывал, как команде канала пришла идея запустить фейк про обращенную королеву, как на это повелись многие игроки и как бы это на самом деле выглядело интересно. Ну так вот, судя по всему, эта наша шутка в какой-то момент оказалась очень близка к правде. Почему? Ну смотрите. Совсем недавно Bungie выпустили еще один трейлер к дополнению «Отвергнутое». В нем акцент был сделан на новой локации, город грез, о которой, кстати, я уже рассказывал на канале вот в этом ролике. И все бы ничего, но опытные стражи, кто хорошо знаком с лором, кто играл в первую часть и не понаслышке знаком с большинством сюжетных загадок игры, заметили в трейлере несколько тем для спекуляций и появления очень интересных теорий. Одна о том, что в игре появится новая стихия, якобы новый полностью сабкласс. Во что я не верю и вам бы не советовал раньше времени радоваться. Все же, если и стоит ждать внедрения новых элементалей, то только в последнем году Destiny 2, на мой взгляд. Или, например, в дополнении Полутьма, которая будет завершать второй год Destiny 2. А вот вторая теория — королева обращенных. The Taken Queen, да-да, вы все правильно поняли, вот прям как... Заговорили об этом благодаря появлению в кадре этого персонажа в трейлере. Кто это? Новый вид противников? Нет, игрокам из первой части они могут быть знакомы, хотя уверен, что даже не все ветераны легко вспомнят, кто это. Тэкьюн, бывшие служители королевы пробудившихся Марысов. Они пришли ей на службу после мятежа Дома Волков, когда королева Рифа лишилась своих падших. Эти существа умеют создавать иллюзии и пользоваться телепатией. Мы видели Тэкьюнов только один раз, во вступительном ролике The Taken King, когда Тэкьюны помогли Марисов призвать мощный удар оружия предвестники в битве у Сатурна против короля Орикса. После ответного удара короля одержимых, Ульдрен и Мара считались то ли погибшими, то ли пропавшими без вести, а уже после войны одержимых Петра Венш и Тэкьюны заключили соглашение, согласно которому вторые должны были помочь исследованию силы одержимых. Согласно инструкциям Дома Правосудия, мы продвинулись вперед с нашим планом по интеграции Тэкьюнов в процесс исследования разработки. После нескольких первоначальных испытаний на узниках тюрьмы мы можем сказать, что программа готова к полномасштабному производству. Это выдержка из лора, из которой мы можем узнать, что пробудившиеся Рифа, оставшись без королевы, хотели научиться контролировать энергию одержимых. Возвращаемся к трейлеру. Тэкьюн, которую мы увидели, владеет силой одержимых, а наш безымянный страж сражается против нее. Помимо этого, можно заметить, что другие одержимые поддерживают Тэкьюн. А это прямо указывает, что она перешла на сторону тьмы. Но почему? Либо в этом нет ее воли и она была обращена в одержимого, либо же Тэкьюн настолько увлеклась силой одержимых, что овладев ей, сошла с ума. Но кто способен обращать существ? Король одержимых. Да, Орикс был убит в высшем царстве нашей боевой группой, которая, разумеется, и отказалась занять его место, как того требовала логика меча, по которой сильный должен уничтожить слабого и занять его место. Мы отказались быть королями одержимых, а значит, они оказались обезглавлены, но кто мог занять пустой трон? Саватун. Пока стражи разбирались с Сива Гоулом и другими угрозами, почему бы и нет? Более того, на Марсе стражам были найдены послания Улья, которые призывали Саватун прийти из бездны и забрать их силу. Сама же бездна напрямую связана с энергией одержимых, ведь именно оттуда Орикс получил эту силу, убив червебога Акку. А учитывая то, что мы убили и Орикса, и дали отпор Малоку, червебогу Золу, Нокрису, можно быть уверенным, что в высшем царстве Улья о нас говорят чаще, чем нам бы того хотелось. У Саватун есть все причины желать овладеть силой обращенных и стереть стражей с лица галактики.
Да, много интересных деталей указывает на появление Саватун, но все же в этом дополнении, думаю, мы, если и заметим ее присутствие, то только лишь косвенно. Слишком сильный персонаж и слишком сложный путь к противостоянию, чтобы она появилась так рано. В любом случае, если сюжет будет развиваться по этому пути, то мы бы были только рады. А на этом пока все. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться, лайк поставить, и тогда уж точно не пропустите никаких важных новостей из мира Destiny. Счастливо! И не забывай про нашу группу.